В этом видео мы расскажем о современной высокотехнологичной методике по замене, а точнее восстановлению направляющих тока клапанов любой головки блока цилиндров. Данная технология разработана американской корпорацией. Основана она на запрессовке специальных бронзовых гильз в существующие направляющие. Эти гильзы выполнены из закаленной фосфористой бронзы, которая является противоизносным и противозадирным материалом, более плотным, чем чугун, с высокой скоростью теплопроводности и с низким коэффициентом трения, которое обеспечивается нанесением на внутренней стороне гильзы прерывистой спиральной насечки. Эта насечка позволяет удерживать смазку в направляющей, улучшая характеристики износа, уменьшая вероятность чрезмерного проникновения масла в камеру сгорания. Вот как она выполняется. Для запрессовки гильзы в направляющую втулку нужен специальный набор инструментов и самих гильз. А далее приступаем к монтажу этих самых гильз. Это скоростная развертка. Отсверливаем старые втулки. Вставляем, центруем оправочкой по седлу. Выводим развертку. Разгоняем и начинаем водить. Пробуем калибром. С одной стороны гол должен проходить, вот гол, а с другой стороны не должен проходить. Так и есть. С одной стороны проходит, второй не проходит. Вот такие вот втулочки загоняем в оригинальную втулочку, рассверленную. Потом будем их раскатывать. Раскатываем тремя разными по размеру прошивками от малой до более полной, тем самым вгоняя втулку в нужный размер и развальцовывая ее, чтобы она надежно зафиксировалась в нашей направляющей. Теперь ставим фреску и обрезаем лишнее от втулки. Вот оно. Он торчит. С другой стороны делаем то же самое. После того, как обрезали втулочки, остаются заусенцы, поэтому еще раз проходим последней просечкой. Вот теперь втулки восстановлены.